Все дети приходят в детский сад номер 64 одинаково любознательными и творческими. В начале этого года рассказали заведующие, что хотят видеть в гостях родителей, бабушек и дедушек. А что такое все вместе? А вместе это тогда, когда мы вместе строим площадки на улице, когда мы играем вместе, проводим занятия, когда мама наша участвует на этих занятиях и как вместе воспитатели проводят их. А потом оказывается, что папа наш любят заниматься с ребятами спортом. Заведующая детским садом Татьяна Нааб рассказывает, разговор с детьми стал отправным в партнерских отношениях между педагогами, родителями и детьми. Именно благодаря сотрудничеству взрослых и детей сегодня членам городского родительского комитета они представляют вот этот спектакль. Приходили в любое время дня. Дети спали, а родители уже были с детьми. В тихий час они занимались. Вечером, когда чуть-чуть темнело, родители снова возвращались в детский сад и находились здесь до темна. Они готовили этот спектакль, я не знаю, наверное, с месяц. И в результате получилось вот такое чудо. А потом оказалось, что если дети одинаково отзывчивы на происходящее в детском саду, то родители делятся на группы трудолюбивых, инертных и ленивых. С этого момента меняются и дети. В детском саду номер 64 решили не допускать такого развития событий. Родителями тоже не рождаются, родителями становятся. И для того, чтобы родитель приближался к своей цели, к воспитанию ребенка своего, чтобы ребенок был счастлив в данной семье, все равно родителям приходится учиться. И если в этом ему помогают профессионалы, такие, как здесь работают воспитатели, методисты, заведующие, то это очень хорошо. Все продолжилось, когда педагоги пошли в семьи. Опыт семейного воспитания был представлен на встрече «Будем знакомы». Многодетные семьи рассказали о том, как внимательно относятся к проблемам своих детей. Работа с родителями строилась у нас на основе диалога. Разговоры между родителями, беседы. За основу мы взяли принцип партнерства. Это родители не ученики, а партнеры по общению. В соответствии с этим принципом работа проводилась в разных формах, в том числе и нетрадиционных. Как вы видите, здесь родители приглашались на занятия. Занятие было по ознакомлению с профессией швея. Родительница с удовольствием показывала и объясняла на по профессии швея. Постепенно такие встречи помогли наиболее верно выстроить систему педагог-родитель-ребенок. И стало ясно, где родители не участвуют в делах детского сада, там трудно строить воспитание дошкольника, особенно если оно касается духовно-нравственной сферы. Мои сыновья тоже воспитывались здесь, и форма такая вот совместного творчества, проведения досуга с родителями проходила еще тогда, когда мои сыновья были маленькими детьми, то есть танцы-импровизы с нами проводились, точно так же совместные вечера. Но сегодня вот этот спектакль, я думаю, что это замечательно, звездное, я не скажу точка, но звездное направление, взятое детским садом, это просто здорово. Сегодня члены городского родительского комитета сделали вывод. Родительские ожидания могут быть законны только тогда, когда мамы и папы сами активны. И хорошо, когда они участвуют в создании подобных спектаклей и даже требуют информацию о наполнении образовательных и воспитательных программ. А еще за полноценным питанием. Наталья Боброва, начальник управления образованием, посоветовала родителям очень внимательно отслеживать ситуацию с меню. Каждый день, по каждому поводу, пожалуйста, если есть основания, докладную на имя начальника управления образования, не стесняясь. Я вас об этом просто очень прошу. Для того, чтобы, когда мы будем в марте рассматривать, во-первых, чтобы знали, что контроль у нас жесткий, а во-вторых, чтобы понимали, что когда мы будем рассматривать, мы не просто так вот откуда-то кого-то слушаем, а все-таки мы боремся все вместе за то, чтобы наших детей кормили качественно и получше. Ольга Фролова, Павел Пырлик, новости нашего города.